хороший вкус, пойдем. Ну ты просто тебе звезда. Мы смотрели с начала до конца. А как ты это сказал? Ну вот и все. Мне больше нечего сказать. Бил на пол. Закрой глаза. Не мне, а себе. Открывай. Дорогой мой друг Леон, это от нас с Элеонорой. Носи, надолго так. Я тебя очень люблю. Только Геннадий. Не понял? Ну, меня зовут Геннадий. Тебе будет нравиться, если я тебя буду называть Геннадий? Да нет, дело не в том, что нравится, не нравится. Просто меня надо называть моим собственным именем. Гинолета, Гинолет, господи, Гинолета, Гинолет, Леон пришел, ребят! Леон, мы тебе приготовили сегодня столько радости, столько вкуса, а посмотри, какой фильм, а? Это же фильм нашей с тобой юности. С детства ненавижу эту музыку. Ничего страшного, мы уберем звук. Оп, они все равно тебе улыбаются. У вас совесть есть, ребята, ну! Тихо, тихо. Я сегодня пришел не ужинать. Еще раз не понял? Ну, я сегодня ужинаю в другом месте. Как ты в другом? Ну как, представь себе, вот существуют другие места. Ну, может, они и существуют. Ну, сегодня твое место здесь. Или ты меня оставишь наедине с гусиной печенкой? Оставлю. Леон! Геннадий, почему ты меня все время называешь Леон? Не знаю, наверное, потому что ты называешь меня Александр. Ну а почему ты думаешь, что меня зовут Леон? А почему ты думаешь, что тебя зовут как-то иначе? Александр, меня зовут Кенно Лео. А я не знаю никакого Кенно Лео. Моего лучшего друга зовут Лео! А не какой-то там Гиммлер, а? Скажи, пожалуйста, вот эти вот твои фантазии, они делают тебя счастливым, да? Какие фантазии, а? Какие фантазии? А ну-ка покажи мне! Ткни пальцем! Где ты видишь здесь фантазии? Это твоя картина? Моя. Вот эту картину подарил мне мой лучший друг, Леон Машу. А не какой-то там Гиммлер. А теперь скажи, почему ты мне ее подарил? Потому что я писал ее для тебя. Зачем? Я хотел выполнить условия контракта. Я просто подумал, если бы это были только слова, я, наверное, тебя обокрал бы. Последний вопрос. Ты как художник. Вложил в нее что-нибудь от себя? Конечно, все. Что все? Талант, честность. Я хотел, чтобы ты получил ее за твои деньги. Что, издеваешься? Я издеваюсь. Я играл здесь для тебя все, что ты от меня требовал.